Вітаю вас! І знов, як завжди у цей час, в ефірі інформаційно-розважальна програма «Калейдоскоп». Перший місяць Нового року неймовірно багатий на свята. А у одеситів, особливо істориків та нумізматів, їх на одне більше. Адже саме в перші дні січня відзначає свій день народження, до речі, цього року вже 11-й, унікальний за колекцією Одеський музей нумізматики. Гості, до якого за традицією, ми і запрошуємо вас в першу новорічну неділю. Серед усіх відомих нам свят новорічно-різдвяні найбільш яскраві та колоритні. В них дивовижно переплітаються звичаї народні та християнські. Усі ми хоча б раз на рік віримо у дива, і кожного з нас чомусь хвилює розповідь про немовля, народженого в убогому вертепі. Адже різдвяні таємниці адресовані саме до дитини, що продовжує жити в кожному дорослому. До дитини, яка чує те, що дорослі, втомлені і цинічні люди вже не чують. Різдво повертається і відроджується. І здорово, що традиції цього свята, сповнені справжньої доброти та високих етичних ідеалів, в наші дні відкриваються та осмислюються знов. Не все знают, что происходило в момент Рождества Иисуса Христа. Об этом нам очевидцы сообщили. Как небо вдруг потемнело, и свой полет прервали облака. Все, все на земле замерло тогда. В ручьях умолкла журчащая вода. Козлы не пили, наклонив к воде свои рога. Стада не двигались. И пастухи, поднявши посох свой, стояли вверх с протянутой рукой. Их взгляд был в небо обращен, а в рощах пальм оледенелых висели птицы на крыльях омертвелых. А воздух был бестрепетен и нем, ждал чудо город Вифлеем. И вдруг над Вифлеемом, в высоте небес, божественно светла зажглась яркая звезда. Это был взгляд небесного Отца. В этот момент в холодной пещере Мария сына родила, Спасителя мира. Все случилось по Божьему слову, однако доселе народ Рождество отмечает Христово, доброту из сердец раздает. З Євгенією Федотівною ми зустрілися в перші дні Нового року в Одеському музеї нумізматики під час вручення їй диплома академіка літератури Одеської академії мистецтв Фатьянівської культури. Євгенія Федотівна – автор багатьох книг, що розповідають про Ісуса Христа і деяких його учнів. Подорож і знайомство із Святою Землею колись допомогли їй поглянути на світ іншими очима і подарували бажання та можливість тлумачити Євангеліє в легкій і доступній віршованій формі. Вона прагне донести до своїх читачів повне розуміння християнської віри, призиваючи до загального єднання задля порятунку кожного з нас, а значить і планети в цілому. Всіх одеситів поздравляю з великим праздником Рождества, з рожденням Спасителя мира Ісуса Христа. Поздравляю всіх з Новим годом! Желаю здоров'я, щастя, удачі во всіх ділах. Традиція в перші дні Нового року приходити в гості до Одеського музею нумізматики налічує вже 11 років. Саме стільки часу минуло з тих пір, коли в нашому місті відбулася унікальна подія – гостинне розкрив двері перший в нашій країні спеціалізований історичний музей,
профілем якого є вивчення історії монетної справи і грошового обігу на території сучасної України, а також збереження та демонстрація найважливіших історичних пам'ятників монет, що відносяться до стародавньої історії і культури Північного Причорномор'я і Русі України. Надзвичайно цікава експозиція Одеського музею нумізматики навряд чи зможе залишити когось байдужим. На стендах і у витрині представлені безцінні раритети, що, подібно машині часу, дозволяють переміщатися до будь-якої історичної епохи. І що неймовірно приємно, аналогів нашому музею в Україні немає і донині. В Києві при Національному банку створен відомственний музей денег. Но это музей закрытый. Попасть в него может не каждый желающий. В Феодосии уже, по примеру Одесского музея, был создан частный музей денег. Но он до сих пор не проявил себя в части научно-исследовательской работы, публикации ее результатов. Вот этими моментами, наличием серьезной научно-исследовательской деятельности, которая воплощается в регулярное издание собственного печатного органа, который называется «Вестник», а также различных книг, монографий, каталогов. И отличается Одесский музей нумизматики от своих аналогов. Ще однією відмінною рисою музею є те, що він створювався як народний і залишається таким сьогодні. Це означає, що на його створення та діяльність не витрачалися і не притягуються нині бюджетні кошти. І при цьому вхід до музею та обслуговування в ньому для всіх категорій відвідувачів є абсолютно безкоштовними. Основою музейного зібрання стала приватна колекція сім'ї відомого одеського нумізмата і громадського діяча, безмінного директора музею Петра Григоровича Лабади. Ця колекція передана в безплатне пользування Одеському музею нумізматики, в безсрочне пользування. Главная цель передачі колекції для того, щоб вона, став відкритою, могла служити не только источником удовлетворения своих духовных запросов, скажем, ее владельца, но также служить, что очень важно для украинской нумизматической науки. На ее базе проводятся исследования различных типов монет, различных групп монет, с определением их характеристик, семантики, типологии, весовых данных. А результаты науково-дослідницької роботи музею відображені у випусках власного видання «Вісника» Одеського музею нумізматики. Наш печатный орган является весьма авторитетным и известным далеко за пределами города. Вот буквально несколько месяцев назад нам передали как авторам, как одними из авторов этого сборника, наверное, самый авторитетный, самый популярный в Восточной Европе регулярный ежегодный научный сборник, который называется «Stratum Plus». Он издается в четырех государствах, его редколлегии находятся в Санкт-Петербурге, в Одессе, в Кишиневе и в Бухаресте. И, естественно, в этот сборник попадают и отбираются самые значимые, самые интересные работы. И вот, открывая очередной сборник «Stratum Plus» за 2009 год, мы с приятным удовлетворением открыли для себя, что и наша статья, посвященная альвийским монетам, статья, подготовленная Владимиром Петровичем Алексеевым и мной, была отобрана для публикации в этом сборнике. Але повернемося до власного видання музею. За минулий рік його співробітники підготували 4 нових вісника.
номери яких вже перевалили за 30. Розглянуті в них монети та інші, не менш цікаві артефакти, охоплюють великий період часу – від архаїчного до епохи гунів. 31-й вісник присвячений монетам Побожья та Істрії. Дуже цікавий описаний тут грошовий знак у формі трикутника, який прикрашають голова вовка і лаврова гілка. Семантику цього образу ми розуміємо як символ Аполлона Ликея, то есть Аполлона Волка, который был покровителем первых поселенцев, греческих колонистов в Северном Причерноморье. Эти монеты, монетовидные знаки, находили главным образом на острове Березань. Наш предмет найден на противоположном от острова берегу. Ну, все равно это ареал жизни первых колонистов на острове Березани. Наступний випуск вісника присвячений різноманітним керамічним виробам, старовинним вазам та світильникам. Особый интерес для науки здесь представляют красно-расписные, красно-фигурные вазы, которые мы, определяясь по их признакам, художественным особенностям и сюжету, как принадлежность изделиям южно-италийского мастера де Сантиса. Особенно интересен как изобразительное искусство это квадрига с изображением возницы и роскошной орнаментикой. Эти вазы, они не были найдены в Северном Причерноморье, их привозили или выкупали и потом привозили на Украину или в Россию. 33-й выпуск присвячений в основному золотым, срібним та бронзовым виробам скіфського мистецтва и предметам эпохи гунів. А от в останньому віснику описані рідкісні та унікальні монети античної Цири. Такі, як, наприклад, монета із зображенням Деметри з новою невідомою монограмою. Або монета із зображенням Аполлону, в надписі на звороті якої присутні орфографічні помилки. І, наконец, слідує відмітити уже римського времени монети. Це Дупонді Юлії Домни з зображенням Юлії Домни і на оборотній стороні орла. Ця монета... И с этим номиналом вообще науке неизвестно, она является собой уникум. Также следует отметить мелкий номинал Юлии Мамеи Ассари, самая мелкая денежная единица, которая зафиксирована только в одном экземпляре. Наш экземпляр является всего вторым. Вот эти все материалы представляют, особенно некоторые из них, большой научный интерес. И мы, конечно, сотрудники Одесского музея нумизматики, прежде всего выражаем глубокую благодарность одесским коллекционерам, которые предоставили для публикации эти интереснейшие артефакты. Дорогие одесситы, поздравляю вас с наступившим 2010 годом и Рождеством Христовым. Желаю вам счастья, здоровья, прежде всего археологам и нумизматам, достичь удачи, успехов в творчестве, новых находок. И главное, чтобы все в Божьей помощи у нас было хорошо, наилучшим образом. Счастья вам, дорогие одесситы! Додамо, що всі випуски вісника є некомерційними і безкоштовно розсилаються в історичні музеї, наукові бібліотеки та громадські структури, діяльність яких пов'язана із вивченням культурно-історичної спадщини українського народу.
У нас с музеем связывает очень тесная дружба и сотрудничество, потому что у нас родственная работа. И наши специалисты, особенно отдела редких изданий и рукописей, ну, не могут работать или писать свои научные работы, не используя истории, которые они находят в истории монет. А этот музей чем нам нравится и почему мы его отличаем? Потому что он не только, ну, как бы доступные жителям для изучения монет. Они сами большие энтузиасты, сотрудники, особенно директор музея Петр Егорович. Я его за это уважаю, что как он находит время и когда он находит, но он же ведет большую научную работу и участвует в конференциях, издает книги. И вот сейчас у меня в руках тоже последнее его издание. Причем, чем оно ценное, то, что они собрали все статьи, которые они печатали ранее в их вестнике, который выходил, и что каждая статья имеет библиографию. Вот что мы, как библиотекари, отмечаем, потому что ученый, который будет работать с этой статьей, всегда, если его недостаточно будет сведений, он сможет использовать эту библиографию. За останні роки співробітниками музею були підготовлені та опубліковані і інші матеріали, що знайомлять фахівців та любителів із цікавими нумізматичними пам'ятниками. В їхньому числі об'єднуючий каталог монет міста Ціри, автором якого є заступник директора музею Григорій Іванович Макандаров. Нашому музею тільки що исполнилось 11 лет. Конечно, по сравнению с другими музеями, это не очень большой срок, но это срок нашего становления, приобретения репутации и уважения во всем мире. Ведь ученые не только Украины обращаются и ссылаются на наши разработки, на наши публикации, на наши находки, но и ученые других стран так же самое. Все это заставляет нас еще больше выполнять свою работу и делать более глубокие изыскания в науке и нумизматике. За роки існування у реальному та віртуальному просторі Одеський музей нумізматики, у якого, до речі, є свій сайт, знайшов власну нішу, ставши невід'ємною частиною культурної спадщини міста. Він занесений до всіх путівників і карт Одеси і, поза сумнівом, додатково привертає до неї увагу туристів. Главним направлением деятельности Одеського музею нумізматики, як и любого другого музея различного профиля, является выставочно-экспозиционная деятельность. И, естественно, основное время сотрудников музея, бюджет нашего времени расходуется на организацию различных выставок. В основном выставки тематические, которые посвящены определенным датам, определенным направлениям древней нумизматики Украины, античным, средневековым монетам, монетам различных варварских племен, а также монетам периода Киевской Руси и уже последующего за ним периода средневекового. Наиболее интересные, наиболее резонансные выставки, которые были отмечены наибольшей посещаемостью, наибольшими отзывами в средствах массовой информации, посредством сети интернет, они нами анализируются, и для удобства пользователей сети интернет выкладываются на нашем собственном интернет-ресурсе, сайте Одесского музея нумизматики. И эти выставки, представленные отдельным разделом, кроме изображений, кроме тех артефактов, которые представлялись на реально организованных выставках, имеют еще и краткие пояснения, то есть приводятся сведения о эмитентах, о времени чекана той или иной монеты. И, звичайно, це дуже зручно користувачам мережі інтернет. Особливо враховуючи, що мінімум двічі на рік музейний сайт оновлюється і наповнюється цікавою і корисною інформацією.
А це, в свою чергу, безпосередньо пов'язано з його відвідуваністю. На сьогоднішній день статистика сервера нашого музею говорить о том, що цифра посещаемости очень высокая. Это отмечают различные интернет-ресурсы, сети как отечественной, так и зарубежной. В среднем около 1000 человек за сутки посещают наш музей, знакомятся с различными сторонами его деятельности. И помимо выставок, помимо самой коллекции, которая демонстрируется в музее, они могут получить много дополнительной информации, скажем, о научно-исследовательской работе, о различных проектах, которые создаются коллективом музея, о тех докладах, статьях, которые также готовятся и осуществляются нашими сотрудниками. Окрім тематичних, нумізматичних виставок, в музеї, як реальному, так і віртуальному, регулярно проводяться персональні виставки відомих одеських художників та колекціонерів. В ці святкові дні тут працює виставка, присвячена пам'яті чудового одеського колекціонера Рудольфа Михайловича Ципоркіса, який на початку 17-х років минулого століття відкрив в нашому місті музей «Стара Одеса». На ній представлені старовинні листівки з одеськими видами. Перебираючи які, ми повертаємося на початок ХХ століття. Більшість ілюстрацій, звичайно, визначні пам'ятки Одеси. Деякі з них і сьогодні радують нас. Деякі назавжди залишилися у минулому. А деякі відроджуються, і деколи саме листівки використовуються для реставрації і відтворення цих унікальних пам'ятників архітектури. Є тут і загальні види міста, відомі вулиці, площі, храми, учбові заклади, вокзали та міські околиці. Відвідавши цю виставку, ви обов'язково отримаєте задоволення, відчувши живе дихання минулих років. Для того, щоб нести высокое звание одессит, думаю, не обязательно родиться в Одессе. Главное – чувствовать, что ты одессит. А что за этим чувством? Это любовь к этому краю, благословенному краю, которому уже более 2 столетий. Это любовь ко всему добру, чувству прекрасного, чувству созидательного. Спасибо, что мы родились в Одессе. С Рождеством Христовым всех нас, одесситов, присутствующих сегодня в Одессе, и тех, кто по тем или иным причинам здесь не живет, но чувствует все равно себя одесситами. А одесситов во всем мире огромное количество во многих поколениях. Храни их всех, Господи. В своей книге Утесов писал: «Каждый бы хотел родиться в Одессе, но не каждому это удалось. И в наш богоспасаемый город вновь пришли светлые праздники. Будем уповать в новом году на лучшее, уповать на мудрые слова из Библии. Обрети свою стезю, и шаги твои будут тверды. С праздником, уважаемые земляки!» Фонди Одеського музею нумізматики настільки багаті, що розмістити всі найбільш яскраві і популярні виставки водночас в одному залі виявилося неможливим. І 5 років тому культурна скарбниця нашого міста поповнилася філіалом музею, що отримав назву «Галерея Монетний двір». На його стендах в основному представлені сучасні ювілейні монети України.
В экспозиции галереи представлены абсолютно все выпуски монетного двора, включая очень редкие. Например, монета весом 1 кг чистопробного серебра была выпущена в 2006 году, когда отмечалось десятилетие денежной реформы Украины. Ее тираж 1500 экземпляров. Еще одна подобная монета была выпущена в 2008 году и посвящена крещению Киевской Руси. Ее тираж еще меньше, до 1000 экземпляров. Также очень ограниченным тиражом были отмечены отчеканены монеты и серебряная плакетка в честь визита в Украину Вселенского патриарха Варфоломея I. Кстати сказать, все вышеуказанные монеты настолько редки, что они не поступали в открытую реализацию, а были проданы с аукционом по цене в 20-25 раз превышающие первоначальные. Монетний двір, втім, як і музей, має величезне естетичне значення. Адже це чудове приміщення і стелажі, як в кращих ювелірних магазинах. Та головне, виконує важливу виховальну та освітню роль, пробуджуючи інтерес до історії, культури і мистецтва нашої країни. Музей прекрасен своєю експозицією, своєю діяльністю. В ньому тисячі експонатів, які дійсно завораживають своєю великою історичною цінністю, художественной красотой. Поэтому я сам лично испытываю большие чувства и получаю положительные эмоции, посещая стены монетного двора, который находится рядом по улице Дерибасовской. Вот. И очень признателен Петру Григорьевичу за ту большую работу, которую он проводит по популяризации монетного дела с древнейших времен на нашей земле и сегодня. К слову скажу, что Национальный банк Украины с 1995 года имитировал 365 юбилейных и памятных монет, которые практически все, даже слово «практически» уберу, все находятся в экспозиции Одесского нумизматического музея. Поэтому это очень здорово, можно все посмотреть, потому что даже у меня всех монет нет, к сожалению. Вот. Поэтому я хочу пожелать всем нумизматам и Петру Григорьевичу доброго здоровья, успеха и дальнейшего творческого развития такого благородного діла, яким він займається. І знов ми у залі музею нумізматики. Заряджені ентузіазмом і азартом колекціонера, його співробітники після кожної екскурсії сподіваються, що когось з їх відвідувачів також захопить колекціонування. І дружні ряди цих неординарних людей поповняться. Дорогие одесситы, всех вас поздравляю с новым 2010 годом и с Рождеством Христовым. Мне очень хочется, чтобы для всех нас этот год, который наступил, был удачным, чтобы у всех сложились все их задумки, все мечты, и все у всех было хорошее. Еще раз всех поздравляю с Новым годом и будьте все счастливы. Традиції, закладені першими вченими нумізматами, зберігаються в Одесі вже близько двох століть. Інтерес до стародавніх монет, які чеканилися і мали обіг на українській землі, не зникає. І що приємно, останнім часом колекція музею служить не тільки базою для написання різних наукових робіт співробітниками музею, але й широко використовується вченими інших міст та навіть країн. И вот буквально несколько месяцев назад нам было прислано в дар книга московского нумизмата, исследователя Бабаева, который обратился к очень интересной теме, теме, которая на сегодняшний день является, наверное, одной из менее изученных в украинской нумизматической науке. Это монеты Тмутараканского княжества. Это было княжество, созданное на окраине Киевской Руси. И тем не менее, в тот период, когда там князем был Мстислав Владимирович, Мстислав Удалой, как его еще называли, это рубеж 10-11 веков, он в силу того, что был личностью амбициозной, был очень
сильным авторитетным правителем, известным полководцем. И в знак вознаменования своих ратных и строительных побед, потому что он не только хорошо сражался, но и создавал на территории княжества храмы христианские, была отчеканена очень интересная монета. Монета еще 10 лет назад, когда стала предметом изучения и находилась в коллекции нашего музея, она являлась раритетом. То есть аналогов этой монете не было ни в одном музейном собрании, включая такие сокровищницы, как Эрмитаж, Государственный исторический, Лувр, Британский музей. Аналогов ей не было. І це не єдина монета, з якою нумізматична наука познайомилася завдяки серйозній науково-дослідницькій діяльності Одеського музею нумізматики. Сьогодні відомі вже два аналоги цієї монети. Правда, їхній стан набагато гірший. Ще одним прикладом такого плодотворного співпраці я можу привести роботу харківського ученого, харківського історія Мизгіна, который, готовясь к защите кандидатской диссертации в Киеве в мае месяце, опубликовал ее в форме статьи в Харьковском научном сборнике, ежегоднике, и на рецензию эту статью прислал к нам. И нам действительно приятно, что целый ряд монет, тема ученого тоже очень интересная, потому что является также малоизученной областью украинской нумизматики, это так называемые монеты Черняховского региона. Серед них особливе місце займають так звані українські ауреуси – рідкісні, маловідомі монети, яким свого часу співробітники музею приділяли багато уваги. І тому сьогодні є в цьому питанні авторитетними експертами. Колектив музею завжди із задоволенням готов поділитися накопиченими знаннями і досвідом. Написана величезна кількість газетних і журнальних статей. Зроблена немало доповідей на наукових конференціях. Остання така конференція, на якій заслушувався доклад Одеського музею нумізматики, це була конференция в Доме музея Рериха, которая состоялась 23-25 октября 2009 года. И ее слушателям, ее участникам, вниманию их, представлялся интересный доклад, с нашей точки зрения, посвященный новым монетам боспорского царя Саврамата I. Почему новым? Да потому что все монеты, которые были представлены в докладе, являются либо уникальными, либо очень редкими. В Одеському музеї нумізматики завжди раді будь-яким відвідувачам. А ще багато свого часу співробітники музею приділяють різноманітним пізнавальним проектам. Продолжая сотрудничество с различными общественными, научными центрами, организациями, нам приятно отметить, что в прошедшем юбилейном для нас году были установлены очень хорошие контакты с Академией искусств Фатьяна, которую возглавляет известный одесский писатель, журналист, переводчик, очень интересный во всех отношениях человек, замечательный одессит Владимир Владимирович Курбатов. Сейчас между музеем и Академией искусств наметилась тема нового проекта, которая условно получила название «Фатьян-Ольвия». И сейчас определяется его основная форма, содержание, в каком виде этот проект будет реализовываться. Но несомненно, что эта работа понравится и не только одесситам, не только посетителям Одесского музея нумизматики, но и широким кругам общественности, особенно любителям древней истории. Плідна праця музею з вивчення і збереження пам'ятників культурно-історичної спадщини українського народу
відзначена численними нагородами Верховної Ради і Уряду України, Національного банку та керівництва Одеси і Одеської області. Співробітники музею дуже пишаються тим, що їхня діяльність оцінена гідно, та й не думають зупинятися на досягнутому. Це унікальний музей. Музей, який єдиний на території і України, і бувших союзних республік Совєтського Союзу, сьогоднішніх стран СНГ. Це народний музей. Він подарен місту Одесі. И мне очень приятно, что он приносит огромную пользу, прежде всего, подрастающему поколению. Потому что сегодня нужно воспитывать патриотизм у молодежи. А для того, чтобы воспитывать патриотизм, нужно знать историю своей страны. В этом музее собраны монеты, которые, по сути дела, прослеживают всю нашу историю развития Украины, развития письменности, развития взаимоотношений, в том числе и денежных. И это очень важно для подрастающего поколения, потому что я в свое время, когда еще был совсем ребенком, тоже занимался нумизматикой и знал, насколько это интересно. Покупая или приобретая монетку, думаешь и познаешь ту страну, откуда эта монета родом. Поэтому я бы хотел, конечно, чтобы такие музеи были открыты и в других городах и нашей Украины, и других стран, потому что... К сожалению, сейчас мало придается этому внимания. А при музее фактически работает научная лаборатория, которая, анализируя вот эти монеты, их историю, создает книги, создает буклеты. Не зря музей и непосредственно руководитель Петр Лобода награжден очень важными відзнаками, как говорят на Украине, и почетной грамотой Верховной Рады, и відзнакой городского головы. Это дань ему за то, что он подарил городу, за то, что сделано для города Одессы. Мне кажется, что вот такие действия одесситов – это и есть настоящий патриотизм, это и есть настоящее меценатство. Это не просто какая-то единоразовая акция, которая заканчивается там через год, через полгода. Это акция на века, на всю жизнь наших потомков. Ну що ж, хочеться побажати співробітникам музею завжди залишатися спрямованими вперед, а ще бути маяками в цій важкій, але благородній справі, яку вони обрали для себе. Адреса Одеського музею нумізматики – вулиця Грецька, 33, телефон 725-02-77. Коллектив Одесского музея нумизматики поздравляет каждую одесскую семью, каждого одессита со светлым праздником Рождества Христова, с наступившим Новым годом. Пусть в новом году, году тигра, у каждого одессита будет крепкое здоровье, достаток в семье, новых вам успехов, а главное, оставайтесь оптимистами. Наш замечательный город, в котором нам выпала счастливая судьба или родиться, или жить, или иметь какие-то иные связи с ним, известен во всем мире своим юмором, своим оптимизмом. Мы должны верить, что эти житейские негоразды, которые мы наблюдаем в сегодняшней жизни, рано или поздно закончатся. Поэтому будьте оптимистами, верьте, что лучшие времена для нашего города настанут, и в этом порука, что святая благодать постоянно находится над нами. С праздником, дорогие друзья! Група програми «Калейдоскоп» приєднується до всіх теплих побажань, що прозвучали сьогодні. Бажаю вам щасливих новорічно-різдвяних свят та всього самого найкращого!